Дисциплина на дороге начинается с мелочей. Чистый госномер на автомобиле – обязанность каждого участника движения. В это утро Леонид спешил по делам, и его, в числе первых, остановил инспектор ГИБДД. Обледенелые автомобильные номера, буквы и цифры не читаются. Но есть смягчающие обстоятельства – погодные условия. Причину остановки знаете, да? Да. То, что нечитаемые госномера. Да. Как так получилось-то вообще? Потому что сначала было мокро, потом мороз, потом снегопад, и я машину поставил, она в сугробе. Это все налипло, и все, теперь только смывать. В итоге Леонид отделался предупреждением, а номера пришлось очистить. Такое легкое наказание предусматривает первая часть статьи 12.2 Кодекса административных правонарушений. Если удастся доказать, что водитель закрыл номера намеренно, то в силу вступает вторая часть той же статьи и более суровые санкции. Штраф от 500 рублей до 5000 и даже временное лишение прав. По злостным, которые госномера залепляют какими-либо предметами или, значит, снегом в настоящее время, статья предусматривает лишение от месяца до трех. Вот. Соответственно, фиксируется на фотофиксацию и, значит, составляется протокол. Потом материал направляется в суд. Напомним, что нечитаемыми являются номера, на которых в светлое время суток на расстоянии 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы одну цифру или букву с передней и задней стороны автомобиля. По данным ГИБДД, за весь прошлый год зарегистрировано порядка 500 подобных нарушений. 80 автомобилистов заплатили штрафы и временно лишились прав. С начала этого года сотрудники госавтоинспекции составили более 30 протоколов. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.